В нашем городе проживает 270 ветеранов Великой Отечественной войны, пострадавших от ее последствий. Согласитесь, что для Бреста с его населением в 339 тысяч эта цифра очень мала. Именно поэтому каждый из таких горожан на особом счету. Иван Семенович Долгов – один из них. Его трудовой стаж почти 50 лет, а на груди множество медалей, в том числе за доблестный труд в период Великой Отечественной войны. И 95-летний юбилей такого брещанина – повод для того, чтобы сам глава администрации Ленинского района ненадолго оставил важные дела и лично пришел поздравить дорогого юбиляра. Сегодня мы пригласили стены администрации нашего уважаемого ветерана Долгова Ивана Семеновича. Именно сегодня, 31 марта, исполняется 95 лет. Конечно, сложная, интересная жизнь у этого человека. Но, вы видите, он всегда в таком радостном настроении, всегда с юмором подходит не только, наверное, к выполнению каких-то задач, но и в жизни. Это пример. Пример всем, наверное, нам, как нужно жить, как нужно работать, как нужно относиться к жизни и друг к другу. Позвонили совет ветеранов, говорят, вы не беспокойтесь, дома там как хотите, мы приглашаем вас на встречу Совета ветеранов администрации Ленинского района. Ну, я удивился, думаю, что тут, вот, конечно, такую честь, это, знаете, это не каждый раз и не каждому дано. Вот так, при всех своих заслугах, этот человек сохранил не только юмор и жизнелюбие, но и скромность. А это и неудивительно, ведь рос Иван Семенович в многодетной крестьянской семье. Поэтому не знал излишеств и с детства был приучен к труду. Окончил 10 классов, работал комбайнером. В военное время был отправлен на трудовой фронт, где оказывал помощь раненым солдатам. В мирное время 34 года проработал на железной дороге и в 1986 году вышел на заслуженный отдых, но при этом ведет активный образ жизни. Есть у него и свои секреты долголетия. У нас по линии матери все долгожители. Дед, я помню, вот прожил 102 года, крестный 98 лет, мать за 90. У меня 6 сестер, и все они умерли своей смертью свыше 80 лет. Просто вот я отметил второй день рождения, 50 лет как не пью и 60 лет как не курю. Чем я живу? Живу, радуюсь, что жив, вот, и что у меня много друзей. Сегодня в нашем городе и в Ленинском районе особенно замечательное событие. Долгову Ивану Семеновичу, ветерану Великой Отечественной войны, исполняется именно сегодня, 31 марта 2021 года, 95 лет. Он не единственный, он пополняет команду 95-летних ветеранов Великой Отечественной войны, и самое замечательное заключается в том, что он в строю. Он практически участвует абсолютно во всех мероприятиях, которые проводятся в районе и в городе. Он встречается с учащимися, он никогда не сказал «нет, что я не буду, я не смогу». Жизнь у него непростая, я бы сказала, очень тяжелая. Он пережил войну, он восстанавливал народное хозяйство. В этот день Ивану Семеновичу вручили благодарственные письма от Брестского горисполкома и администрации Ленинского района. Для него прозвучали теплые слова и поздравления. Сам юбиляр и сегодня полон сил и молод душой, а потому всех присутствующих пригласил на свое столетие.